5 шальных вопросов не перестает удивлять телезрителей интригующими вопросами и интересными героями. На этот раз в коварные сети журналистов попался не певец, не актер, а журналист. Вот попал в мышеловку, которую зовут 5 шальных вопросов. Посмотрим, насколько шальные эти шальные вопросы. Василий Борисович Попок – личность, известная далеко за пределами Кузбасса. Публицист, журналист и литератор, член Союза писателей России, плюс ко всему еще и заядлый путешественник. А вот чем Василий Борисович удивит нас сегодня, узнаем прямо сейчас. Первый. Уважаемый Василий Борисович, вас знают и ценят практически все журналисты Кузбасса. А когда вы начинали свою карьеру, кто были ваши кумиры? А сейчас? Да, еще 5 шальных вопросов мастодонту журналистского цеха Кузбасса Василию Борисовичу Попку. Он, наверное, имеет в виду мои человеческие габариты, мастодонтистые. Шальной вопрос. Кумиров... Я бы не сказал, что у меня были кумиры. Вот. Может быть, брат старший, который научил меня чтению в очень таком юном возрасте, годов о 4. Вот. Он был, окончил Томский университет и учительствовал в городе Топки, в школах в разных. Бог ее знает, кто там кумиры. Образцов тогда особых не было. Журналистика была довольно скучной, такой советской, очень партийной. Писать мы не умели, говорить по радио, а мы на радио были, работали в Дудинке, потом в Салехарде, тоже не особенно. И, в общем, учились друг у друга. Вот так я могу ответить на этот вопрос. У вас редкая для наших мест фамилия. Никогда не думали взять звучный псевдоним. Василий Томский-Задунайский, например, Афанасий Грум-Гржемайло или Альфред Штанген-Циркуль. Замечательные все какие звучные фамилии. Мне все нравятся. Но вообще Попок – это белорусский вариант от... сына попа. А поп – это вовсе не поп, православный священник, а уменьшительное от греческого имени Попилий. Оно было популярно в свое время в церковной среде, ну, то есть в святцах оно было. Ну и, значит, имя поп – это, в общем, типовое старорусское имя, как, например, там, ну, например, постник. Это было имя. Или Молчан. Молчан Лавров – один из основателей Кузнецка. Вот. То есть Попок, украинский вариант – Попко, а значит, русский вариант – Попов. А так вообще Попок – достаточно странная фамилия, чтобы привлечь внимание. Василий Борисович, вы, как человек, родившийся в Топках, должны быть неангажированным. Поэтому скажите нам, как на духу, справедливо ли, что столицей области является Кемерово, или надо было все-таки Новокузнецк? Я много раз на эту тему высказывался, в основном в интернете, в живом журнале. Вот, спорили мы на сайте Куспресс с томским историком, то есть новокузнецким, извините, историком Андреем Полухиным. Я... придерживаюсь классического мнения. Кемерово, как бы его ни ругали, заслуженная столица Кузбасса. Четвертый вопрос. Русская народная пословица гласит: «Умный в гору не пойдет». Василий Борисович, вы как знатный турист, сколько гор покорили? Гор-то я особенных не покорил, потому что я водник. Почему водник? Ну, это стечение обстоятельств, причем достаточно странное, и уже в зрелом возрасте, после 40 лет, я вдруг попал на сплав на речку Кию.
и был настолько очарован, ошарашен, вот, взволнован, что ли, чистой водой, перекатами речными, порожками, горами со снежниками. Это было, ну... Ну, в общем, началась новая жизнь. А потом пошли разные интересные путешествия по сибирским, в основном, рекам. Это Алтайский, Чуя-Катунь, Табакан несколько раз. Ну и наши. У нас было два официальных туристских первого прохождения. Это Нижняя Терсь. Ее ухитрились туристы не пройти. И мы там даже давали название порогам. И Верхняя Терсь. Очень интересная речка. Да, и еще Белая Уса. Василий Борисович поблагодарил нас за вопрос про путешествия. Самые красивые места, по его словам, в Сибири, не считая Африки и Амазонки. «Пока у меня есть силы, я буду путешествовать и писать об этом», – сказал журналист. «Любите свой край, путешествуйте и познавайте его красоту, не пожалеете». Вы не только отличный журналист, но и замечательный писатель. Скажите, у вас, как и у каждого творческого человека, есть муза? А какая она? Опишите. Да писатель я, в общем, никакой. Мое писательство – это продолжение журналистики. Я был принят в Союз писателей как публицист за, ну, можно сказать, несколько таких более или менее крутых материалов, которые были опубликованы в региональной прессе и продублированы в прессе столичной. Вот. Вообще я очень, как бы сказать, недоволен тем, что я писатель. Люди самолюбивые, самовлюбленные несколько. Вот. Они меряются своими талантами, все время с друг другом ссорятся, а я стараюсь быть от этого в стороне. На сегодня это все, но шальные вопросы будут продолжены. Не бойтесь заявить о себе. Быть может, тогда именно вы окажетесь, как сказал Василий Борисович, в мышеловке с пятью шальными вопросами.